Ну что же, всем привет, я продолжаю играть Doom 3. Ну и в итоге в живых остался только мой герой. Все эти доктора, солдаты отмучились. И вот сейчас надо как-то разбираться с этим доктором Бертругером. Эй! Ну конечно, куда же без вас-то? Чтоб я не заскучал, да? Да я, в принципе, этого не стыжусь. Я думаю, любой бы на моем месте обосрался. От таких кошмариков, да? Мне главное, чтобы патрон хватило. А то их тут очень много. Так, 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 резче, резче, резче. Я пока не понял, куда мне надо идти-то. Мне кажется, я назад вернусь. Ну да. Так, стойте, у меня есть вот эта штучка. Вам она очень понравится. Оп. 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 Отлично. Да что ж тебе ракеты не берут? Куда идти теперь? А, доктор? Подождите, дай. Угу. Давай лучше ты умрешь. Вот падла-то, а? Открывай давай. Вау. И чё, прыгать? Не, подождите, дайте-ка я сохранюсь. Что-то мне не нравятся такие приколы. На всякий случай. Вау. Понятно все. Здесь, скорее всего, надо мостик строить, да? Или чё? Да, что-то не догадался повернуть свою голову. Так, подожди-ка. Ага. Так, так, поехали, поехали. Какашки вернулись. Давно вас не было. И куда я попал? Тихо, тихо, тихо. Вроде бы здесь поспокойней, да? Знаете, как будто меня кнутом лупит. Любит, наверное, БДСМ забава. Я слышу эти шаги. Да-да-да-да-да-да-да. Мне кажется, реально пробежать и все. Чем с ними здесь разбираться. Так, я закачал компьютер. Стойте, стойте. Блин.
Заряд содержит миниатюрный, но очень мощный компьютер, который выполняет наведение и направление. Неужели отбился? Так, Стив Тулос. Записей нет. Стив, я обнаружил неполадку с системой файлов на сервере А12. Можешь подняться на третий уровень и разобраться с проблемой. Не, он уже ничего не сможет. Все уже сдохли. Так, подождите-ка. Где-то моя игрушка-то. Угу. От меня дерьмом пахнет. Я все штаны обосрал. Вот как... Оп. Типа, мне что, обратно уезжать? Просто не совсем понял. Что от меня хотят-то в итоге? Остановите сержанта. Прекрасное задание. Так, давайте на склад отправимся. Оп. Ну, типа, можно затариться. Нет, 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 нет. Успокойтесь все. Так, где там моя игрушка? Вот это что такое? Берем. Пока что мне просто дают затариться и все. И сразу же отнимают патроны из жизни. Так, давайте, давайте. Так, ну я вроде все осмотрел. На складе был уже... А? Черт. Вот говно-то бессмертное. Блин, не свалиться бы отсюда. Так, так, так. О, сейф дали. Спасибо. Я какой-то видос закачал. Так, сейчас посмотрим. Стив Тулос. А нет, это не то. Представляем вам самое совершенное оружие за всю историю человеческой расы. ПФГ-9000. Огневая мощь этой полностью автономной переносной огневой платформы не поддается описанию. В ПФГ-9000 использована интеллектуальная система распознавания «свой-чужой». Каждый заряд содержит миниатюрный, но очень мощный компьютер, который выполняет наведение и направляет по каждому лучу дополнительный удар, направленный на ослабление цели перед детонацией. Детонация заряда производит опустошительный эффект. Ну, короче, понятно. Я вот это оружие видел в той комнате, еще в лаборатории, когда. Но поскольку пароля не было, так не смог забрать. Ладно. Возьму-то ракетницу. Привет. Это и есть, что ли, сержант Келли?
Он теперь танкистом стал. Тихо, 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 стой, 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 стой. Как тебя мочить-то вообще? А? И ракет тебя не берет. А? Все. Да, это я еще с ним быстро разобрался. Опа. Наконец-то. Так. А что ты мне еще оставил? Спасибо. Так, ну и где сам доктор Бертругер? Что-то он какой-то реально ссаный. Так, сюда. Эй. Оп. Спокойно. Да, поехали отсюда. Хотя не, подожди. Ой, я сейчас попаду на самую первую базу на Марсе. То есть, в общем-то, посмотрим, с чего все начиналось. Угу. Так, не, не надо. Ха-ха-ха.